Привет, друзья, дорогие подписчики! У меня для вас сегодня очень прекрасная новость. Почему? Потому что я разыгрываю свою новую видеокамеру. Action камера Z2 AC Robin. Я на нее снимал только два видео, по которым вы можете определить качество этой камеры. Снимает она Full HD. Вот она. Есть в комплекте батарейка, бокс, разные крепежи. Так как я снял на нее только два видео, которые вы можете посмотреть на моем канале в Ютубе, можно определить, что она почти новая. Снимал я на нее меньше, чем неделю, так что новая. В комплекте идет вот хомуты, салфетки, инструкция, гарантия, крепежи, наклейки, бокс для звука. Есть противоударный бокс. Вот он у меня здесь на крепеже. Короче, все в коробке, я все упакую. Разыграю в конце месяца, то есть через 3 недели, так что советую вам поспешить. Если вы с Украины, я отправлю за свой счет, будет бесплатная доставка, но если вы с России, тогда берите доставку на себя. Или можете отказаться просто от выигрыша, и все. Условия конкурса: подписаться на мой YouTube канал, вот этот канал, подписаться на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, на группу ВКонтакте AC Robin обязательно, производителя этой камеры, сделать репост записи с моей группы ВКонтакте с этим видео обязательно и оставить в комментариях в Ютубе ссылку на ваш контакт, чтобы я мог проверить, когда вы выиграете или вы сделали репосты и так дальше. Снимает очень качественно, очень крутая картинка, Full HD и 60 кадров в секунду. Кто сомневается в качестве, переходите по ссылкам в конце видео и смотрите видео в уголках экрана. Вован, как тебе камера? Супер, вообще бомба. Нам хочешь помыться? Так, мне хотя бы такая снимать. Я бы себе ездил бы, снимал бы. Тебе давал бы, ты уже готовый бы. Вовану нравится. Снимай, так что, камера. Очень нравится. Так что, ребята, давайте, погнали. Участвуем все. Не забывайте выполнить все условия, иначе эту камеру вы не получите. Привет всем, приглашаю всех на... Громче. Подожди. Як это слово? Привет. Як это мероприятие, я забыл все. Сходка подписчиков. Привет всем, извиняюсь за фантуху, ее не будет, потому что уважительная причина, поломал ребро. Но она по-любому будет, когда я заживу. Кстати, пользуясь случаем, приглашаю всех мальчишек и девчонок на офигительную сходку на 100 тысяч подписчиков к Мишане. Пацаны, это состоится по-любому 11 числа на 3 часа возле самого главного входа. Возле входа всех жду. Златы Плазы. Возле входа Златы Плазы. Всех жду, всех люблю, вы все крутые, я всех жду, все. Да, он е. Да, друзья, у нас 100 тысяч подписчиков, и мы собираемся сделать сходку 15:00, суббота, 11 ноября, город Ровно, Злата Плаза. Вован сделает фронтуху чуть-чуть позже, потому что он сломал ребра, но она будет, да? Ну да, буду пробовать. Все, ждем всех, ребятки, давайте. Цем я пришла классно, керевничка 28 школы. Да? Така сама, у мене шок, сколько лет прошло, вона така сама. Така сама? Така сама. Тільки дитини тоді не було, а зараз. Що, йди в ноус? Це руки мити. І носки, труси треба стирати. Чи може взяти пахуче, хай буде пахнути. Хай буде пахуче, труси пахнуть будуть. Це треба якесь таке взяти, що, ну, щоб теж дешево було. В опакці, палмолів є. Так хіба дороге, блядь? 12. Може, ну, я цим буду? Ну, зато воно нежність і комфорт. То може я це для рук і для лиця, а це буду труси. Ну, так. Да. Кидай туди. А у нас з цим слибом, щоб запах. Так і дай. Ось такий гляне зелений чай, такий типу пуер, але так, щоб бодрячком. Нормально. А чуєш, такий свіжак став бодрячком. Нормально. Бодрячком. Я цю баску кинув, трешив, йопнула, йомать, йомать, йомать. Так нахуй свіжачок став? Носки постирав хоч нормально. Тепер вони будуть пахнуть цей. Всім-всім. Ось ми затарили. Ой, я вже не буду голодувати. Ага. Вже не буду кочу. Вон сьогодні какао ще попробую. Вже не буду дзвонити, я вже вмираю. Я
наоборот. О, мясо. Мясо дорогое вам. 52? 304. Ах, хорошо, отлично. О! Все, еще сыра купили с лавуном. Щедрик зашли. Йогурт, сыр, масла. Там все есть. Вон, не будешь голодать теперь, да? Уже нет. Пошли. Ну, пока.